ехали мы, ехали, и неожиданно, ну как неожиданно, предполагалось, что что-то такое будет. Но все равно, первый раз едя по дороге, ты неожиданно въезжаешь во что-то новое. Это новое — каньон Катсифу. И сквозь него проложена дорога асфальтовая, автомобильная. Сейчас мы по ней проедем, это около 2 километров. Если получится, еще делаем пеший маршрут по этому ущелью. Они попадают.